Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и я Павукан, который вроде бы и спас свою вторую половинку, но при этом не собрал все секреты в игре под названием Webbit. Именно этим сегодня мы с вами и займемся сбором секретов. Ну а если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, буду рад, если вы это сделаете с помощью лайков. А еще, друзья, я был удивлен, когда люди начали писать, что мой головной убор, он выглядит нелепо. Ну, не знаю, между мило и нелепо, конечно же, разница есть. Но, по-моему, это мило. Не знаю. Ну, по-моему, ж мило, но это же шапка, это моя шапка, друзья. Что вы имеете против моей шапки? Кстати, я пошел не туда, мне сейчас нужно отправляться к муравьям, потому что там на данном этапе самые простые секреты. Да, я буду бегать со скином жопки, потому что она цветная, и можно выпускать цветную паутину, красивую. Это реально прикольно. Так, аккуратно спускаемся, муху пока трогать не будем, нам нужны личинки, муравьи, и я иду вам помогать. Просто, жучара, тебе тоже нужна помощь? Здорово. Здорово. Привет, соседка. Классная экспедиция. Видели, как я тянул воздушный шар? Я такой бзззз, а вы все такие вжух, бах. Это было просто потрясно. Спасибо, что помогла мне выйти из него навозного шарика. Этот мир оказался гораздо веселее, чем я думал. Блин, ну тебе тоже спасибо, мужик, что ты помог нам, это было круто, реально. Тут не поспоришь, но мы идем к муравьишкам. Интересно, что они думают по поводу этой нашей спецоперации. Муравейшка? Товарищ паук! Благодаря Мехмуру задача по охране муравейника значительно упростилась. Дай мне знать, если заметишь поблизости огненных муравьев. Да ладно, ничего не бойтесь. С самым главным противником мы справились. Так, эту локацию пока обыскивать не будем. Мы спускаемся вниз за личинками. Так, только вопрос, куда идти, чтобы найти личинок? Как бы мне не заплутать в этом муравейнике. Это что за дырка? Это что за проход? Ну, вроде бы как бы спустились вниз, но в то же время не спустились. Во, мы внизу, да, отлично. Да мы не внизу. Так, мне не нужно на выход пока. Мне нужно к личинусам. Так. Получается, просто в локацию, которая находится под нами в первую очередь, а дальше будет видно. Так, и вот та самая локация, которую мы искали. Где-то тут должны быть секретки, и я знаю, как они выглядят. Там будет просто завал камней, и нужно его расстрелять, и все, вуаля, вот, кстати, он. Хе-хе-хе, здорово, личинус. Как поживаешь, просто как дела? Так, сколько нам личинок нужно отыскать? Всего лишь... Ой, 7. 7 личинок, это ж дофига... Нам теперь в левую часть отправляться. Но, дорогие мои, я еще решил выполнить задание здесь. Плюс ходят слухи, что в этой локации есть еще одна секретка вот где-то тут, в которую мы с вами не залазили. Так что давайте это недоразумение исправим. Тут рычаг. А что в смысле? А как? Это совершенно новая локация, в которой мы никогда не бывали. Но она закрыта. И как туда проникнуть? Хорошо, это странно. Давайте тогда попробуем пройти задание с трюками. Или может быть где-то... Нет, больше проходов нет. А вот, смотрите, я нашел. Я нашел. Оно бросается в глаза. Я нашел. Чудом удалось найти. Вот ты где. Секретный проход. Ты думал, я не найду? Обаньки. А, это другой секретный проход. Здорово. Йоу, чё как? Зацени мой суперсекретный чиллаут. Давай. Чувак, это просто супер. Если хочешь, можешь зависнуть тут хоть на весь день. Опа. Ты дал мне скин? Расслабься. Расслабься, муравьи балдеют. Муравьи, дайте. Это птица нереально скейт. Они не выпускают меня со скейтом. Этот парк суперсекретный. Ламеры его никогда не найдут. Да ладно вам. Чё вы начинаете? Расслабься. Так, давайте посмотрим, что он нам дал. Похоже, как раз таки стикер. О, да. Стикер черной вдовы. Выглядит шикарно. На самом-то деле. Так, ну окей, с этим мы разобрались. Друзья мои, давайте побегаем немного. Черная вдова с какахой. Ладно, я уберу ее пока. Лазер не изменился, другое не... Танец, 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 танец этого паука. Тоже лапки кверху.
Довольно мило. Так вот, нам нужно сейчас покататься на скейте, собрать все буквы, и это будет сложно, потому что... Пипец, локация запутанная, и я ее совершенно не понимаю. Куда бежать, куда катиться, чтобы ничего не пропустить. Привет, скейт-герл! Готова кататься? Жош, тебе нужен свой скейт. Ну, покатились, а? Ага. Покатимся сперва сюда. Первое... Чё? А чё? А чё? Не понял. Привет, скейт-герл! Готова кататься? Да. Жош, тебе нужен свой скейт. Все, у меня есть скейт. Ну, давайте достанем букву... А, без скейта нельзя было букву W достать. Вот в чем была проблема моя. Ну, пипец, я не знаю. У меня ничего не получится. Этот скейт постоянно падает. Не, я, конечно, попробую, но... Не падай, скейт! Скейт, давай кататься! Не падай. Будем по всей локации проходить. Буква Е. Хорош, ВБ. Остается еще две буквы Б и Е и Б. Вот она, Б. Следующий уровень, я так понимаю. Вниз теперь, давай. Главное не потерять... Нет, воздух, не надо. Главное не потерять скейт. А где буква Б? Скейт! Тихо, я держу. Нам наверх. Наверное, наверх. Я не знаю. Да, буква Е. А Б где? А мне ж нужна еще Б. Черт возьми, а где Б? А где Б? Переверни скейт. Я не успеваю, блин. Опять не успеваю. Давай. Я даже не знаю, где буква... Да, пипец, он постоянно падает. Почему ты падаешь, скейтос? Как тебя перевернуть? Блин, надо было, наверное, катиться, и так было бы лучше. Б. А где Е? А где теперь остальные? Блин, паук тяжелый такой. А куда теперь? Мне нужна просто буква Д. Где она? Пипец, опять последняя буква, серьезно. Опять последняя буква, просто не найдена. Я даже не знаю, где она. Ей, друзья! Все-таки удалось собрать все буквы. И что мне это дало? А что мне дало, что я собрал все буквы? Просто пока непонятно. Я собрал все буквы, но мне это ничего не дало. Птица, что мне за это будет? Привет, скейт-герл, готов... Чё? В смысле? А, вот, все. Смотрите, мне дали скейт. Мне дали скейт, который я теперь могу в любой момент вызвать. Что ж, это неплохо. В этой локации мы получили с вами сразу две секретки. Это здорово. Хотя и сама по себе локация является секретная. И в этой секретной локации была еще одна секретная локация. То есть это секрет в секрете. Под секретом. В секретном бункере муравьев. Вау, просто вау. Но окей, теперь, друзья, нам следует отправляться еще ниже в недра их логова и искать другие места, в которых будут личинусы. Возможно, даже где-то здесь проход и есть, да. Я был прав, только немного поторопился, потому что совсем уже забыл, насколько здесь... Чё? Чего? Чего? Паутина застряла? Как? И как мне пройти? А, ну, друзья, я так посмотрел по карте. Мне, в общем-то, туда и не нужно, потому что прохода нет. И это очень странно. Я перезапускал игру, перезаходил, но паутина всегда остается. А значит, если бы я допустил такую ошибку прямо во время прохождения... то это все можно было бы поставить на прохождение крест. Было бы очень неприятно. Ну хорошо, нам сейчас нужно подняться вверх. Хотя я, походу, остался точно... Так, я не туда иду. Подняться наверх, и давайте так и сделаем. Нам нужно вот сюда, в сторону водопровода. Что ж, попробуем найти проход. Не опять основа. В электростанцию. Окей. Да, это то самое место, где должна быть... я и забыл совсем. Где должна быть секретка? Вот только надо бы туда как-то проскочить. И это будет не супер просто. А нет, это будет супер просто. Вот и секретка. Здорово, личинка.
Я рад тебе, а рада ли ты мне? Так, ну и тут собрано все. Кое-как я открыл проход, все помещение затопило. И в таком помещении будет сложновато. Пипец. Почему я раньше тут секреты не пособирал? Вот к какой хитрости приходится прибегать, чтобы как-то здесь пробраться. Но секретов все еще не наблюдается. Я еще не в секретной локации, мне нужно дальше спускаться. Вот сюда, тут должны быть секреты. Так, вопрос, будут ли они тут? Че, я опять здесь, что ли? Просто с другой стороны? Но тут прохода нет по карте. Ладно, паутину зато можно уничтожить. Это радует. Оказывается, в некоторые локации есть по несколько проходов. Так, мне нужно аккуратно спуститься и не умереть. Меня даже не задело толком. Ладно. Да, меня же... Я же проскакиваю. Вроде как. Во! Ха-ха-ха-ха! Так, ну шо, где вы секреты прячетесь-то? Мне нужны секретные стены. Ёлки-палки, их за ногу. Где секретные стены? Я не вижу ни одной секретной стены. Я вижу секретную стену. Вот она где. А в секретной стене личинка. И в итоге мы спустились с вами, друзья, еще ниже, прямо в глубины муравейника. И где-то здесь должна быть разрушаемая стена. Если она думает, что я ее не разрушу, она ошибается, потому что я ее разрушу. Итак, в этой части муравейника все личинки под нашим покровительством. Осталось только выбраться и отправиться в другую часть муравейника. В какую? Пока не знаю. Ну а в какую-то точно отправлюсь. Да, выбирайся же. Полетели! Ух! Полетели! Не полетели! 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 Не полетели! 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 Вот я и выбрался. Нам теперь налево. Я думаю, здесь мы сможем как-то... Да нет, уже... паутины. Ладно, я просто перепрыгнул, как в старые добрые времена. Хотя стоп. Забыл посетить еще одну важную локацию, а именно вот эту. Так, и пока стен не видно. Они обычно сразу бросаются в глаза. Вот, кстати, и она. Та самая стена. Тут целых две личинки одновременно. Ну и в этой локации по-любому все. Да, отправляемся в левую часть. Вот она еще одна локация, предпоследняя. Тут мы сейчас все соберем. Может быть сразу... Вау! Личинка жарится в адском пламени. Я спас ее. Мы, друзья, сделали доброе дело. Мы не только помогли матери вернуть ее личинок, но еще и спасли их от огненного шторма. Главное теперь себя спасти от огненного шторма. И у нас получилось. Ёлки-палки, так, теперь... Пипец, а как спуститься бы так вниз и налево при этом? А вот в инженерный отдел. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие шипы страшные. Мама родная. У, не такие уж они страшные, очень страшные шипы. Виу. Получилось ловко, быстро, четко. Вот она последняя локация с секретами. Где же вы прячетесь-то, личинки? Где ж вы прячетесь? Может, здесь? Не этот проход, по-моему, кстати, как раз-таки в ясли. А вот и они. Фух, вот только я, друзья... камни убрать. Не помню, где находятся ясли. Вот действительно. Они где-то есть, но в какой части муравейника? По-моему, где-то внизу, где-то здесь. Нет, не тут. По-моему, тут. Не, нифига не тут. Нифига, тут шипы. Тут нет ясель. Смотрите, забавно. Эти муравьи все еще тут. Мы их связали непонятно сколько серий назад, а они все еще здесь. Ладно, давайте их освободим, а то что-то как-то некрасиво с нашей стороны. Давайте, муравьишки, разбегайтесь, вы свободны. Вы мне больше не сможете помешать, поэтому бегите. Я, похоже, вспомнил, где находятся ясли. Они все-таки должны быть где-то выше, а следовательно, тут. Вроде. Чё, друзья, я, как обычно, заплутал в этом муравейнике, но ничего страшного, наконец-таки я нашел этот детский сад личинок. И снова здравствуй, товарищ. Ты еще не нашла пропавших личинок? Всех нашла. О, это все личинки! Великолепно! Мы так благодарны тебе за помощь! Теперь личинки смогут безопасно расти в муравейнике, несмотря на все козни огненных муравьев. Ура!
И мы получили еще один стикер. Так, что это за стикер? Интересно знать. Это голова муравья? А, это шапочка. Блин, я теперь паук-медик. Ну, тоже неплохо на самом-то деле. Далее, даже не знаю, куда отправляться. Давайте-ка посмотрим. Нам еще нужно достать 5 стикеров. И я знаю, где искать некоторые из них. Да, конечно, пришлось проделать путь через полмира, но мы добрались до того самого места, где находится секретка. Она находится вот тут, судя по карте. Я пришел в правильное место, и нам нужно просто подняться наверх. Только как это сделать? А я примерно знаю, как я это сделаю. Вау! Я зацепился, только я оторвался. Еще раз! Вау! Цепляйся, паучара! Есть! Еще. Дрозофилыч, привет. Ха-ха, вот это встреча. Так, муравей. Привет. Есть минутка. Мы тут строили новый тоннель, и он обвалился. Мои товарищи идут обратно за стройматериалами. Но наш рабопаук застрял под обломками. Поможешь мне его вытащить? Ну, конечно, муравей. О чем речь? Я для этого и создан, чтобы помогать таким, как ты. А вон и тот самый рабопаук. Хорошо. Тяжело это будет сделать или... Ага. Ага. Это будет непросто. По всей видимости, это будет очень непросто. Не, ну тут главное убрать несколько самых крупных камней. И паука мы просто вытащим уже своими силами, я думаю. Вот этот камень нам тоже не к чему здесь. И вот эти два. Давайте их приподнимем. Да, это будет просто. Я застрял. Выпустите меня! Я ведь паук! Не надо паука держать в плену. Паук этого не заслужил. Такс. Нужно, чтобы этот камень навсегда от нас отстал. И останется только убрать дощечку. Только бы как-то ее прицепить бы. И как-то вытащить отсюда. Давай, давай. И вот сюда ее. Чтобы у нас был проход. Во. Через этот проход мы робопаука и постараемся сейчас, друзья, с вами вытащить. Ну, паучара, погнали. Ага. Вылазить ты хочешь все-таки, хочешь. Давай. Его еще дотащить же нужно, блин, до муравейника. И не факт, что это будет просто. Но завал разобрали, и это самое главное. Столько паутины не было у нас уже давно. Все, это оставляем здесь. Это все нафиг не нужно, пускай завалы остаются, а мы просто тащим нашего робопаука. Его нужно дотащить до указанной точки, правильно, муравей? Ой, мне бы самому тут не застрять. Давай, наверх его. Теперь... Здравствуй, инженер. Благодарю за спасение. Этот робопаук поврежден. Вернитесь на базу для починки. Ой, он его утащил. Спасибо, паучок. Этих старых роботов трудно заменить. На нас ты нас спасла. Опа, еще один скин. И я так понимаю, это как раз таки скин робота. И это необычный скин. Пожалуй, самый необычный. Я его видел на конечной заставке. И это прям прикольно. Вау. Робо-медик-паук? С цветной паутиной, к тому же, то есть вообще... А у него синяя паутина, прикольно. Так, хорошо, попробуем еще что-нибудь найти. Ну а теперь, друзья, наш путь лежит на восток, где есть еще недоеденные дрозофилы, ненайденные дети-паучихи и, в общем-то, пыльцу было бы тоже неплохо собрать до конца. Но я вижу только две локации, где искать остальную пыльцу непонятно, но попробуем пробежаться, понаблюдать, посмотреть. А еще по дороге смотрите, кого я снова встретил. Здорово! Опять ты? Мне нужно получше их прятать. Но тебе ни за что не найти еще одну. Ой, да ладно, да ладно. Осталось найти всего лишь две. Я найду все твои золотые паутины. Не знаю зачем, но я найду обязательно. Так, другого выхода отсюда нет? Да. Вход и выход только один. Смотрите, кстати, где находилась эта самая золотая паутина. Она находилась вот в этой локации справа сверху. В общем, до нее мы добрались. А там, смотрите-ка, еще одна локация. А, ну я там бывал. Я думал, что-то секретное. Ну ладно, я побежал. Вот тут, друзья, мне пришлось повозиться изрядно, чтобы найти это место. Черт возьми, я
по скриншотам видел, где оно находится, но найти его не мог. Не может быть! Ты опять нашла меня! Видимо, у тебя отличное зрение. Я сделаю все, чтобы ты не нашла еще одно секретное место. Так, осталось найти последнюю золотую паутину. Блин, друзья, я, наверное, час провозился, прежде чем сюда попал. Это пипец. Ползал совершенно не там, совершенно неправильно понял. Я думал, что эти локации поменены местами, что эта локация, она как бы тут, а та, которую я ищу, она тут. И все перепуталось, и, в общем, это пипец. В общем, пипец, друзья. У меня так горело, как никогда. Ладно, давайте найдем последнюю золотую паутину. Кстати, где находится место? Оно находится вот в этой локации. Слева, сверху, прямо вот в крайнем углу. Вот тут, возле цветка. Слева. И еще одно место. Только в этом месте как раз-таки я был, да. К сожалению, это самое первое место, которое было найдено. Находится оно, ну, думаю, вы помните. Вот тут ползешь по дереву налево и оказываешься в пункте назначения. Ну и последняя точка, верхний левый угол, вот тут. Это было пипец. Друзья, это было пипец, наконец-то. Последняя золотая паутина, вот ты и попался. Невероятно! Хорошо, я сдаюсь. От тебя не спрячешься. Вот, держи свой приз. Поздравляю тебя, победительница игры в прятки. И мы получили радугу. Что эта радуга дает, интересно знать? Я смогу плести золотую паутину? Так, уэй! Внешний вид такой же, как у тебя. Давай танцевать. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, все довольны, и у меня реально золотая паутина. Ну, мне скин робота, честно говоря, нравился даже больше. Параллельно, пока я искал эти секретки, друзья, удалось собрать абсолютно всю пыльцу всех... В смысле, не всех дрозофилов? А где еще два? А где еще два? Так, кому отдавать пыльцу... Если не королеве, и кому... Ну, паучков понятно, кому отдавать. А дрозофилы, а где еще два? Посмотрите на карту. У нас вся карта открыта. Наверное. Все дрозофилы пойманы, наверное. А где двух я упустил? Я не понимаю. Может, они в центре где-то летают, потерянные? Нужно будет обследовать этот момент. Но вроде не должно быть. Может быть там, ладно. Пыльцу вроде как нужно относить к королеве пчел. Что ж, туда я и отправлюсь сейчас. Тут осталось буквально всего ничего до ее логова. Вот мы и пришли к королеве пчел. Давай посмотрим. Я принес всю пыльцу, моя дорогая. Что ты скажешь в ответ на это? И снова здравствуй, уважаемая. Не ожидала увидеть тебя снова здесь. Надеюсь, моя дочь хорошо тебя приняла. Вот это да! Вы только посмотрите на всю эту пыльцу! Ты заслужила хорошую награду! Пожалуй, ты тоже можешь называться своего рода принцессой. Возьми вот это, принцесса-паучок. Ты заслужила. Итак, тебе помочь добраться обратно до своего дерева? Да, пожалуй. Подожди секундочку, дорогая. Принцесса скоро тебя заберет. Давай, принцесска, спасибо, что отвезешь меня домой. Вези меня домой, принцесска. Хотя можно было еще потанцевать с королевой. А я что-то почему-то этого и не сделал. А я не знаю, может быть, я с ней раньше и танцевал, я не помню. Только когда королева решила меня забрать, я об этом вспомнил. Но зато теперь я смогу попытаться поймать дрозофилов на главной локации. Плюс отдадим паучков маме, и все будет зашибенно. Но все равно я не понимаю, где достать еще один последний скин. Так, мы дома? Насколько сильно мы дома? Мы дома прямо по полной программе. Давайте тогда установим паутину на всякий пожарный в нескольких местах, чтобы дрозофилычи, которые разлетелись, были пойманы. Здесь они не пройдут, это понятное дело. Тут они тоже, я думаю, будут схвачены в случае необходимости. Колокол. Ага, мы на самой вершине сейчас. Вряд ли дрозофилы будут залетать так далеко. Они, скорее всего, где-то снизу больше тусуются. Вот еще паутина наша. Но в нее никто не попался пока.
А вдруг они вообще не здесь? Вдруг я буду просто зря время терять и искать их? Так, ну я поищу в любом случае. Но сперва, конечно, к маме пауков. Мама пауков! Встречай своих детенышей, паучат. Я всех собрал. Спасибо тебе, что нашла моих малышей. 38, 39, 40. Все на месте. Надеюсь, я больше никогда не увижу эту путаницу. Спасибо огромное, что помогла мне найти этих непосед. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, просто скажи. Опаньки. Мам, тоже скин паука? Давай смотреть. Так. А танец с мамой пауков. Давай танцевать. Эй, поехали. Да. Мы разные, но мы похожи. Так, смотрим на этот скин. Остается последний. Я думаю, он за дрозофилов и до, ну, получен будет. Правда, вот я что-то как-то где их искать. Чё? Мама, а что мне это дает? По-моему, не сильно отличается от предыдущего скина. Не очень-то сильно. Хорошо, я попробую найти дрозофилов, но что-то я не обещаю. А еще можно с мотыльком поговорить. Привет, подруга, рада тебя видеть. Надеюсь, у вас обоих все хорошо. Как же хорошо снова наслаждаться покоем на старом добром дереве. Этого приключения мне хватило на всю жизнь. Давай танцевать теперь. Эй, мотылек тоже танцует. Забавно. Так, а куда принцесса улетела? Давай говорить с тобой. Давай поболтаем. Че ты такая вся, тебе не имется вечно. Спустись на землю. Дорогая моя пчела. Ладно, я тут. Давай говорить. Паучок, как поживает твой парень? Мы избавились от злобной птицы, и теперь жизнь заиграет новыми красками. Я построю свой улей на волшебном острове. Здорово, правда? Рада, что застала тебя. Уже собиралась улетать. До скорой встречи, принцесса-паучок. Обязательно позови меня, если надумаешь отправиться в новое приключение. Блин, она улетела, и потанцевать с ней не вышло. Но я ее обязательно позову, если новое приключение будет, а я надеюсь, оно когда-нибудь будет. Но где дрозофилы? Вот что, друзья, я решил сделать. Может быть, так и было задумано? Может быть, потому что на карте их нет, нет места отмеченного. Тут, в центре мира, я тоже не нашел их. Давайте попробуем поговорить с мухой. Могучая хищница, ты переела? Давай-ка попробуем освободить тех, кого ты пленила. Ха-ха, летите, друзья! А, нет. Не летите. Летите на свободу! Это обман. Она меня обманывает. Я их всех снова съем. От меня так просто не уйдешь. Ну, что ты скажешь на это? Блин, она их постоянно выпускает. А нафига ты их выпускаешь? Вот так нечестно. Так, хорошо. Последняя попытка. Честно сказать, друзья, я отчаялся. Я облетел, наверное, раз... Не знаю сколько. 20 центральное место карты, да, центральное дерево, где дрозофилы могли летать, потому что их выпустила муха. Но их тут нигде нет. Я расставил сети, я эти сети проверял, и ни в одну из них никто не попался. Это просто печально. Ну, сама муха, конечно, попалась. В общем... Друзья, я не знаю, так уж оно получилось, так уж оно вышло, я не знаю, где последние два дрозофила. Может, есть какая-то еще локация, которую я не нашел, и они именно там, но тут вроде как все открыто, все локации разблокированы, везде белая точка, это значит, что все собрано. Где-то они застряли, может быть, это баг или лаг. Ну, давай попробуем, знаешь, что сделать? Давай, выпускай всех, я уж, мне ж терять нечего, пускай они... Пытаются вырваться на свободу, но у них ничего не получится. Может, так и нужно было сделать? Сомневаюсь, конечно, но кто знает. Давай, больше дрозофилов. Больше. Вот это, блин, войско. Но где еще два обитают? Где они могут быть? Друзья, вы знаете, может быть, кто-то сталкивался с такой же проблемой, потому что я не знаю. Ну, а я перекушу пока. Да, подожди, освобождать никого не нужно. Я ем тут, Эд. Дай поем. Не смотри. Да не цепь, я не хочу с тобой говорить. Не надо никуда лететь. Друзья, не летите на свободу. Я вас съесть хочу. Нет, не хочу с мухой общаться. Так, я застрял в дрозофилах.
Вдруг как раз таки тут и появятся два пропавших, а? Может такое быть? А ну-ка стоять. Всем приятного аппетита, в том числе и мне. Сомневаюсь, что-то я. Не, все так же будет не хватать двоих. Да, их нужно 48, у меня их 46. Хоть ты, блин, объедайся, хоть ты их выпускай, хоть ты что делай. Я бы и муху съел большую, но смысла в этом немного. На этом пока все, друзья. До новых встреч, удачи и пока. Покедова, будьте счастливы. Эх, надеюсь, у вас получится их всех собрать, потому что мне не получилось. А, еще потанцевать давай. Потанцуем, муха. О, она танцует. Покедова, друзья.